бру-пум-пум, отогнув уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и в черкеске я горцую на резвом коне. Конь горячий, игрив, но послушен и гордится своим седоком. Отчего же седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном? Словно Байрон рукой подбоченясь, как Печорин кручу я свой ус. Неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств. Кто на женщин взирает бесстрастно, тот готовит для них западню. Так что все это только гримаса, и не верьте ни мне, ни коню.